Всем привет! Менде, солнышко, калмыки! Мы ученики третьей школы, и мы сегодня хотели бы поинтересоваться, какие же все-таки подарки дарят на 8 марта жители города Элисты. Друзья, пойдемте поинтересуемся. Здравствуйте! Засохоха на жопенькі мойони ми Сарендери мінкшину угойобише Тернея соблолад і на студі диєре Нероток тонгуї і на угойохиле Сумея угонут дирим шину хукжим хе І раєм затлад торінгою мони ми Та шіта харулад ти на шину трек буто Шини харге гарші ніж і хорошоро Оро тархісош зорок болочинге та тахана Золота хіхак доханей тахата чена І редбек гушбек Рудовин ехек кулек пухулек Юкаже Гулехова, Кнехова, Томурит Кнехова, Питехова, Хыкнега Дахова, и на кукжим шиня она, уя на кукжим Кнехова, и на Томурит Ирина жил. Унандере бодоха магу тренд ухе, тому хурга дышим хорошан на ты на трек, газагу гатегу машин, сота верепит, ава и на бит, ава и на бит, ага, я, юмал дахова шагнат. Орсого оройлат, орсого ондилот, бактул хасафолот, бэнг авианы мэд, бухидере, бухидере, бэнг авианы мэд, бэнг азарта гарара и на декрет, бэнг азарта гарара, дышим тантат, бэнг азарта, бэнг азарта, тави бухидере, бухидере, бэнг авианы мэд, бэнг азарта гарара и на декрет, и на декрет, и на декрет, бэнг азарта, бэнг азарта. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Баир. Что у вас больше всего покупают в подарок на 8 марта? В нашем салоне большим спросом используется, ну, конечно же, iPhone. Мы приобрели у нас iPhone 6s, приобрели Samsung Galaxy S7 в золотом цвете, платина еще осталось, так что приходите, 8 марта уже на днях. Далее приобрели смарт-часы, красный подарок девушке были в красном цвете, смарт-часы, которые измеряют пульс, шагомер, секундомер, все, что можно, там все есть, да. Наушники приобрели. А ждете ли вы большой наплыв клиентов, как раз так вот прямо? Мы не просто их ждем, они уже и сейчас есть. Мужчин много заходят, забегают, независимо от возраста, говорят, неважно, давайте, давайте, хотим уважить своих любимых женщин. Короче, все круто, берут любым поколением, любые поколения берут любым поколением, начиная с дочек и заканчивая мамой. Меня зовут Виктория. Виктория, а что вы лично ждете в подарок на 8 марта? Важен не сколько подарок, важно внимание. А что у вас чаще всего мужчины покупают на 8 марта? Ну, вообще на 8 марта и вообще без какого-либо повода, чтобы просто порадовать своего любимого. Мужчины в основном берут парфюм и подарочные сертификаты. Вообще это идут классические ароматы. Классические известные ароматы. К примеру, Шанель. А что вот вы ждете вот именно в праздник 8 марта, именно в этот день, большого наплыва клиентов, особенно мужчин? Я вам даже больше скажу, мы готовы к этому. Будут ли у вас какие-нибудь проводиться акции в этот день? Да, у нас стартовала акция, можно выиграть 30 тысяч рублей. Для этого нужно приобрести в наших магазинах что-нибудь на 1000 рублей, на 1000 и больше, и зарегистрировать свой чек можно выиграть 30, 10 тысяч, либо сертификат на 1500. Спасибо, до свидания.